Я попрошу вас решить еще одну такую же задачу, на этот раз для оператора или. Для оператора или таблица истинности будет выглядеть похожим образом, но некоторые результаты у нее будут отличаться. А именно, результатом операции или будет единица в том случае, если хотя бы один вход один. И ноль в том случае, если оба входа ноль. Итак, какими должны быть веса нейрона для того, чтобы выполнялась вот эта таблица истинности?